27 октября. Наделал рендеров проекту, разложил на столе в студии. На столе у главного архитектора. Потому что все уже спали, а я не спал. Чтобы он, когда проснется в дикую рань, первое, что увидел, войдя в студию, это готовые иллюстрации по проекту. А вот я в 15 году в студии, я работаю, КТ в шоке, моя любимая кружка кофе и какая-то бешеная параметрика. КТ довольно быстро надоела эта тема, он выразил свою позицию по отношению к бионике, а я старательно фаршмачу параметрику в скетчапе. Тут жрем сыр огромными кусками, а на полках студии нашел суперкнигу, которую мне сказали выучить, но я не выучил. Книга такая. Например, про городскую фурнитуру, про автобусные остановки, про мостики над землей, про работу с камнем, про укладку и нормы, про нормативчики для машинок, про нормативчики для всего, как делать дорожки, про зеленку, кусты, расстояния и многое другое. Стены студии увешаны библиотекой, это рыжий кот в 18 году, а вот я в том же году. А вот делаю странную штуку, рисую двумя перьями одновременно. В принципе, оказывается, это возможно. Сначала мозгу сложно, но потом он в принципе справляется. Отличная тема прокачать башку. Уроки по моей графике на Бусти, общение в телеге. Лайк, подписка, меня зовут Эдуард Кичигин.